Новая современная детская площадка появилась в Голицыно. Власти приурочили открытие игрового комплекса ко Дню знаний и праздничной дате 148-летию города. Место размещения выбрали не случайно, неподалеку от часовни Ильи Муромского, которая собирает жителей со всей округи. При строительстве часовни мы жителям Голицыно администрации города обещали, что эта территория будет благоустраиваться. Мы свое обещание выполнили. И сегодня, в этот знаменательный день, День знаний, 1 сентября, в этот солнечный день, исполняется 148 лет нашему историческому, старинному пограничному городу Голицыно. Мы ознаменовали открытие вот ко дню города, к дню зданий и открыли эту детскую площадку. Значительную часть средств на строительство комплекса, около 1 миллиона рублей, выделил депутат Мособлдумы Александр Баранов. Так площадка стала радостным подарком для жителей Голицыно в день города. Давно ждали эту площадку. Шикарная, просто мы счастливы. Ребенок не слазит. Вот видите, мы уже целыми днями здесь, пока в отпуске, не вылазим отсюда. Да. Спасибо большое за площадку. Комплекс выполнен в старинном русском стиле. Горки, качели, песочницы и тренажеры, расположенные на ней, только российского производства и полностью соответствуют всем стандартам безопасности. В основании уложено износостойкое резиновое покрытие. Игровая площадка уже пользуется спросом у маленьких жителей. Играть в песочнице нравится. На горке? Да. На горке там хорошо. На тренажер. Ага. Я очень люблю тренажеры. В ближайшее время власти продолжат благоустройство территории комплекса. На нем разместят фигуры русских богатырей.